Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», ее ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ», и как обычно годная подборка новостей из мира студенческого спорта ждет тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем. Начнем с гандбола. На этой неделе продолжается студенческая гандбольная лига Республики Татарстан. Сборная Казанского федерального университета успела провести за это время еще две встречи. Сейчас расскажем об этом поподробнее. После первого поражения в чемпионате студенческой гандбольной лиги сборной Казанского федерального необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы подтвердить титул чемпиона и еще на один год оставить трофей у себя. 9 апреля в стенах Центра грибных видов спорта сборная КФУ играет со сборной Казанского государственно-энергетического университета. В начале матча ловким ударом с правого угла на 4-й минуте счет открывает игрок сборной команды КФУ Дмитрий Яковлев. Далее Ибрагим Авеков из «Энерго» сравнял счет на 5-й минуте. Более того, не теряя ни одной минуты, «Энергетики» забивает еще один мяч в ворота противников, тем самым увеличивая свое преимущество. Точная разыгровка между Владиславом Треневым и Феданом Сахаповым не оставляет шансов выйти вперед сборной КГУ в первом тайме. Итог 8-9 в пользу КФУ. Обе команды ведут стратегическую игру, однако команда федералов чаще демонстрировала активные контрнаступления с правого фланга. В свою очередь, энергетики активно засели в обороне, периодически уходя в контрнаступление в лице Юсупа Сапарова. К тому же, большая часть контратак сборной команды КГУ увенчалась успехом, тем самым игра была активной и зрелищной. Во время второго тайма сборная КФУ продолжала играть на контратаках, периодически уходя в оборону. Это и позволило команде федералов доминировать уже более чем на 5 очков на 28-й минуте. По ходу игры сборная команды КФУ только продолжала приумножать свой счет благодаря слаженной командной работе и четким наставлениям тренера. Это и помогло КФУшникам завоевать победу над сборной командой «Энерго» со счетом 23-18. Второй матч на этой неделе состоялся 11 апреля. Сборная Казанского федерального играет против Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Открывает счет академики. Плавный бросок выполнил Руслан Абдулхалимов, но команда КФУ не собиралась отдавать первенство и сразу же сравняла счет. Однако Аскар Аль-Мухаметов, совершив стратегическую ошибку, получает штрафной, и академия, не теряя ни минуты, проводит серию успешных бросков. Они сбивают еще 4 гола, тем самым увеличивая свое преимущество. Счет становится 6-5 в пользу сборной Академии спорта. Федерал, в свою очередь, не упускает ни секунды и не собираются просто так отдавать победу в важном матче. За 30 секунд до окончания первого тайма команды берут тайм-аут, после которого сборная КФУ начинает резко и агрессивно атаковать ворота противника, успешно реализовывая тактику позиционной атаки. Команды ведут упорную стратегическую борьбу, однако счет после первого тайма 11-10 в пользу Академии спорта. После перерыва сборные поменяли стороны, но не сменили настрой. Счет второго тайма открывает команда КФУ. Точный кистевой бросок выполнил Владислав Тренев. КФУшники ведут игру до 15 голов, но на 37-й минуте Тимурлан Нагиев получает штрафной. Команда академиков начинает играть на контратаках, периодически сменяя темп матча. Но оборона федералов была построена по схеме 4+2, что не давало пробиться противникам. Академию это сбивало с толку, и они теряли позиции, пытаясь хотя бы защитить свои ворота. На 41-й, на 42-й минуте Дамир Сафин выполняет 2 успешных броска. За 3 минуты до конца второго тайма команды взяли тайм-аут. Счет уже 23-16 в пользу КФУ. Академия спорта забивает еще 2 очка, но это не приносит им первенства. Со счетом 24-18 в упорной борьбе победила команда Казанского федерального университета и забирает важные очки в свою копилку. Теперь переходим к баскетболу. Сезон студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан для сборных Казанского федерального университета в этом году складывается вполне удачно. На этот раз в соперниках сборная Казанского авиационного института. И подробнее об этих матчах расскажет Диана Загирова. 9 апреля в КСК КФУ «Уникс» продолжаются матчи студенческой баскетбольной лиги среди мужских и женских команд. В этот раз на паркете встретились сборные Казанского федерального университета и Казанского авиационного института. Первыми на поле вышли девушки. Игра началась с активных атак команды КФУ. Они легко взаимодействовали друг с другом, в отличие от их соперников. После 5 минут матча ни одного забитого мяча от сборной КАИ против 10 КФУ. Только во второй половине первой четверти команде КАИ с трудом удается забросить 6 очков. Во второй четверти ситуация на площадке почти не меняется. Баскетболистки КФУ продолжают атаковать и играют на уровень выше своих соперников. Однако игроки КАИ более грамотно выстраивают оборону. В середине второй четверти при счете 11-22 в пользу КФУ с разницей в 2 раза тренер авиационного института берет тайм-аут. После бурного обсуждения о дальнейшей тактике изменений в игре не последовало. Вторая четверть оканчивается со счетом 14-32.
После большого перерыва начинает меняться ход событий. У команды КАИ открывается второе дыхание. С хорошим напором они бегут на половину соперников и забрасывают мячи. Но федералы не собираются сдаваться. Они также продолжают проводить атаки, однако в защите становится несколько слабее. Как результат, 31-41 в пользу КФУ. В последней четверти КФУ вновь берет игру под свой контроль. Они придерживаются поставленной тактики тренера, играют в умный баскетбол и активно прессингуют своих противников. Самым результативным игроком в составе сборной КФУ стала Екатерина Гайнутдинова, которая принесла победу своей команде вместе со своими партнерами. Матч завершается со счетом 38-57. Далее на паркет выходят мужские команды, которых все ждали с нетерпением. С самых первых минут стало ясно, что игра будет напряженной. Стремительные атаки и точные броски обеих команд. Однако игроки КАИ были быстрее своих соперников, за счет чего федералы отставали на 2-3 очка. Однако на последних минутах игрок сборной КФУ Алмаз Избасаров сравнивает счет трехочковым броском. Четверть заканчивается со счетом 22-19 в пользу авиационного института. Далее сборная Федерального университета сумела показать себя. Игра на половине противника, контратаки, красивые заброшенные мячи, в то время как команда КАИ несколько растерялась на поле и пропускала мяч за мячом. Таким образом, КФУ приближается к своим оппонентам. Счет становится 30-38. После этого неожиданным образом развернулась игра для сборной КФУ. В третьей четверти они забрасывают всего 4 очка, полностью потеряв контроль после большого перерыва. Игроки КАИ показывают достаточно агрессивную игру, активно атакуют, отбирают мячи у соперников. Так, на 4-й минуте третьей четверти они сравнивают счет, а далее заслуженно вырываются вперед, имея преимущество 8 очков. Счет 50-42. Все ждут последней четверти. Болельщики обеих команд активно поддерживают свои сборные. С каждым забитым мячом страсти накаляются. Команды бегают от кольца к кольцу, а КФУ, как и в первой четверти, уступает на 2-3 очка. Происходит много замен, ведь игроки выкладываются на полную силу. 2 минуты до конца игры и снова своим трехочковым броском игрок сборной КФУ Алмаз Избасаров сравнивает счет. Однако достаточно быстро КАИ проводят атаку и забивают двухочковый бросок. Команда КФУ пробивает штрафной 61-60 на табло в пользу КАИ. И невероятным образом на последних секундах сборная Казанского федерального университета забрасывает мяч в кольцо и одерживает победу со счетом 61-62. Диана Загирова, Эльвина Губайдулина, «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем нашу программу. Сезон студенческой хоккейной лиги подошел к концу, и сие события мы обсудим с защитником хоккейного клуба Казанского федерального университета Дмитрием Артемьевым. Дим, тебе большой привет. Всем привет. А прежде чем мы начнем обсуждать весь сезон студенческой хоккейной лиги, во-первых, поздравляю с завершением данного турнира. И, друзья, матч с КАИ, последний, который был у нас на этой неделе, вы могли увидеть в прямом эфире, а матч с КХТИ, давайте мы сейчас посмотрим, что там было, и уже приступим к обсуждению. 14 апреля на арене Ледового дворца «Баска» состоялся заключительный матч студенческой хоккейной лиги. За серебряные награды чемпионата в очном противостоянии на льду сражались сборные Казанского федерального университета и Казанского национально-исследовательского технологического университета. В первом периоде на 4-й минуте счет открыл игрок сборной КФУ Арсений Орлов. Далее сборная федерального университета начала активно раскатываться по всей игровой площадке, занимая каждый свободный участок. Точные передачи, быстрый ход в зону соперника и преимущество владения шайбой помогли сборной КФУ удержать свои ворота на замке. Во втором периоде ситуация изменилась. Сборная КХТ и начала активно прессинговать хоккеистов федерального университета. Данные тактические действия закончились заброшенной шайбой в ворота КФУ, автором которой стал Динар Тазиев. Далее последовали очень жесткие стыки с обеих сторон. Сначала судья не замечает грубый срыв атаки КФУ, а затем видит нарушение уже в защите федерального университета и назначает буллит. Капитан сборной КХТИ выходит один на один с вратарем и точным обманным движением делает счет матча 2-1. Штрафной бросок явно выбил из колеи игроков Казанского федерального. Они пытались атаковать, но все было безуспешно. В третьем периоде ворота КФУ были словно мишень для соперников, которые те без промаха забросили еще одну шайбу. Благодаря Динару Тазиеву счет на табло меняется. 3-1 в пользу КХТИ. Под занавес третьего игрового отрезка главный тренер федерального университета Алексей Ливанов решил взять 30-секундный перерыв и обсудить с игроками дальнейшую тактику и стратегию игры. В последние 2 минуты третьего периода тренерский штаб КФУ меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Одну шайбу отыграть успели, но не хватило совсем немного, чтобы сравнять счет и перевести игру в серию буллитов. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу КХТИ. Ну что ж, мы посмотрели сюжет. Еще раз поздравляю с окончанием сезона. Давай начнем с матча с КХТИ, так как это более свежо сейчас в памяти. Что получилось, что не получилось в этом матче, потому что на протяжении 2 недель целое противостояние, 4 очных встречи. Конкретно, действительно, последнего матча мы выходили уже немного с мыслями о том, что мы уже потеряли свой шанс на финал. Скорее всего, в голове сидели эти мысли у каждого игрока.
Лично за себя это скажу, то, что это действительно было у меня. Насчет остальных конкретно не могу знать, но с вероятностью почти 100% могу это утверждать. То, что каждый игрок думал уже о том, что мы проиграли как-то и хотели наказать, хотели сделать вендетту, все как в Италии, красиво. Хорошо, в целом оценка сезона? Конкретно по 5-бальной, 10-бальной удовлетворительно. Выбирай сам, какая тебе больше нравится. Минимальную цель мы выполнили. Не скажу, что особо рада ей, то, что мы достигли этого минимального порога. Но поставлю 4 с минусом. Я не буду жестким преподавателем, ставящим 3 с плюсом. Но это грань между 3 с плюсом и 4 с минусом, потому что каждый из нас должен был поехать на финал, и каждый из нас должен был принести нужные очки для спартакиады как раз-таки. Мы очень жаждали этим, но, к сожалению, пошло не так. Могли спокойно выходить на 5 с плюсом, мы выиграли академию, хорошо с ними сражались с первым составом, проявили себя, но опять упустили. Вот. Хорошо, времени программы остается совсем немного, планы на следующий сезон? Планы, как всегда, у нас наполеоновские, мы всегда должны быть только первыми, доказывать то, что мы лучше. У нас ребята в этом сезоне приходят хорошие, будем надеяться, что в следующем сезоне ребята хорошие придут, которые побегают у нас уже, поцепляют шайбу, потому что мы уже как бы ветераны здесь в сборной, поэтому будем ждать поступления хороших студентов-бакалавров, которые будут показывать, также магистров, которые будут нам как бы давать пример старичкам и всем остальным ребятам, чтобы, как они умеют забивать, показывать результат. Мы им подскажем в этом, если что. Хорошо, ну что ж, вашей сборной удачи на сборах и в межсезонных турнирах, если такие будут. Друзья, у нас в студии сегодня был Дмитрий Артемьев, защитник хоккейного клуба Казанского федерального университета. Дим, тебе большое спасибо, что пришел. Вам, зрители, большое спасибо, то, что смотрели нашу программу. Еще увидимся. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.